Всем привет! Меня зовут Ольга. Сегодня делаем творожный пирог. Как его только не называют, и королевским, и торфяным. Несмотря на название, выходит он обалденно вкусным. Имея красивую белую творожную прослойку, смотрится оригинально и аппетитно. В глубокую миску забрасываем муку, какао и сахар. И немного перемешаю. Перемешав, сейчас возьмем масло. Сливочное масло я достала с морозильной камеры. Так мне лучше будет натереть на крупной терке. Сейчас нужно это масло хорошо перемешать с мукой и остальными ингредиентами, чтобы образовалась крошка. Вот такая крошка у нас получилась. Из нее будем делать верхний и нижний слой пирога. А теперь приступим к творожной начинке. В глубокую миску отправляю творог. Сюда же сахар. Ванильный сахар, сметану, вбиваем яйца, не хочу над миской, и кукурузный крахмал. Теперь эту всю массу я быстренько взбиваю погружным блендером. Наша масса готова. Визуально я разделяю крошку на две части и переношу в свою форму. Как вы видите, форму я пергаментной бумагой заранее застелила, не только дно, но еще бока. Половинка у нас идет на дно. Форма у меня 24 сантиметра. Нижний слой у нас готов. Вливаем нашу начинку. Она похожа мне чем-то на сметану. Она сама хорошо распределяется. Теперь этой крошкой сверху делаем второй слой. Вернее, третий уже. Ставлю в разогретую духовку до 190 градусов на 45 минут. Торт я изначально поставила на 45 минут, потом я накинула еще 5 минут. И думаю, что он готов. Деревянной палочкой я проверяю готовность пирога. Она у нас сухая, пирог готов. Оставим его остывать в форме. Бока разъемной формы я снимаю. Пирог выглядит очень аппетитно. Сейчас мы посмотрим, какой он в разрезе. От нашего пирога мы отрезали два кусочка. В разрезе он получается довольно-таки оригинальным. Сверху у нас песочная крошка. Внизу тоже песочная крошка, она пропитана более сливочным маслом. В середине у нас прослойка красивого творожного суфле. А теперь попробуем его на вкусовые качества. Он невероятно вкусный. Творожное суфле нежное и он в меру сладкий. Не он, но очень сытный. Готовьте с удовольствием и подписывайтесь на канал.